субботу, 20 марта, с 10 до 14 часов в волейбольном центре города Одинцово пройдет День здоровья. Все желающие смогут вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Не забудьте паспорт, полис и СНИЛС. Также будет возможность пройти осмотр терапевта-офтальмолога, проверить уровень сахара в крови. Напомним, для этого рекомендуется не принимать пищу за 2 часа до забора биоматериала.